Всем привет! Мы в городе с дочей, вот моя дочь. Вот. Идем мы на вокзал, на автобус. Нам нужно успеть. Приезжали по магазинам, побегали. А что ты давай, я тебе на рынок. Вот мы идем на вокзал, на наш автобус, на остановочку. В общем, вот мы сегодня покупочки сделали небольшие. Цветочки я купила, дом покажу. Деревья. Поехала за деревьями вообще-то. Ну, что-то мы зашли в магазин, сделали о себе обновки и все. Никаких, в общем, деревьев мы не купили. Ну ладно, пока-пока. Еще раз всем привет. Я вот хотела похвалиться своими покупочками. Я вот купила в городе вот такой куличик. У меня здоровья нет печь. Вот, и в общем, я не стала в этом году печь. Мы просто купили вот кулич. Это шоколад Ру. Вот, стоит такой кулич 125 рублей. Насколько он вкусный, я не знаю. Мы никогда не брали. Я всегда пекла сама. Но в этом году, я говорю, мне здоровье не позволяет стоять над плитой, в общем, печь. Я, в общем, мы в этом году решили купить. И вот такой второй куличик у меня купил муж. Вот. В магазине тоже взял. Вот так вот. В общем, попробуем. В этом году мы, в общем, сами дома не пекем. И я уже хочу, значит, на фоне вот таких куличиков красивых, я хочу поздравить всех с наступающим праздником, со светлым днем Пасхи, пожелать всем здоровья крепкого, это прежде всего, ну и всего самого-самого наилучшего. Вот. Еще, значит, я что хотела показать, я купила вот такой цветочек. Азалия. Я никогда, значит, он у меня не был такой цветок. Я не знаю, как за ним ухаживать. Никогда я его не брала, не покупала. И вот я взяла, вот у него вот тут бутончики. И вот сейчас вот очень много бутончиков. В общем, вот такой вот, вот кустики такие вот. Вот, и сейчас сижу, смотрю видео, как же за ним ухаживать. Вот, сейчас поставлю баночку с поддоном. Вот, в общем, вот такой вот красивый цветочек я купила. До свидания. Всем хорошей, счастливой Пасхи. Пока-пока. Thank you.